Елена Малышева, та еще патриотка, что купила в Штатах недвижимость на деньги, которые накосила на госканале, раскритиковала звезд российского шоу-бизнеса и дала совет, как срубить бабла. С подробностями Жан Содель. Здравствуйте. Малышева поняла, что и мало юмористической программы о здоровье жить здорово, поэтому решила прямо в эфире наезжать на звезд российского шоу-бизнеса. Говорит, они безграмотны. Рассказывала о препаратах коллагена, биодобавках для улучшения кожи, которые рекламируют звезды и в том числе и пользуются ими. Тут же добавила, что БАДы покупают те, на кого действует реклама. И она посоветовала открыть бизнес, покупать желатин, а это и есть коллаген, распасовывать его и продавать. Я процитирую вот, что она говорит. Вы можете открыть бизнес, покупать желатин, разводить его. В зависимости от того, как разведете, будет прибыль. Если за 30 рублей купили маленькую пачку желатина, развели в 3-литровой банке, можно прям толкать жидкий коллаген. Стоит 3000 одна доза. Мне это интересно, откуда у Малышевой такие познания? Может, она сама так, собственно, и барыжа, да, и поэтому купила недвижимость в Штатах? Потому что простые-то люди за всю жизнь, дай бог, если избушку где-то на провинции купят, да, что говорить о недвижимости в Штатах? Также телезвезда добавила, что поражается, как можно зарабатывать на безграмотности людей, да, и также сказала, что не нужны синие очки для работы за компьютером, потому что современные мониторы и так имеют защиту от синего цвета. Это, на мой взгляд, когда-когда, но сейчас Малышева сказала очень дельные вещи, потому что, вот, к примеру, БАДы я тоже не принимаю, я не верю им, да, напишите в комментариях, вы вообще пользуетесь или нет. На мой взгляд, для того, чтобы было хорошее здоровье, нужно вести, в первую очередь, грамотный, хороший образ жизни и должно быть достойное питание. Спасибо, что смотрели до конца. Оцените видео. Конечно, пишите, не стесняйтесь. Ваш опыт, вообще готовы открывать бизнес или уже нет. И подпишитесь на канал, и дальше будет что вместе обсудить. С вами Жан Содель. Хорошего дня.